В эфире новости Курган.ру. Здравствуйте. В ближайшие полчаса с главными событиями в регионе вас познакомят мои коллеги и я, Оксана Собакова. Развивать инфраструктуру, социальную ответственность бизнеса обсудили на заседании Совета по развитию предпринимательства в Чистоозерье. День пешехода в Кургане. На дорожных знаках областного центра появилась дополнительная разметка. Зауральские аграрии получат меньше. Минсельхоз снизил сумму компенсации ущерба от засухи на 400 миллионов рублей. Скандал между супругами закончился убийством 4 человек. Стрельбу в собственной квартире устроил житель села Красная Нива Шадринского района. Мы побывали на месте трагедии. 20 сентября в 6 часов утра в отдел полиции Шадринского района поступил звонок. Молодой человек сообщил об убийстве. В Красную Ниву тут же выехали оперативники, и подозреваемый дожидался их на месте. При прибытии на место происшествия лично мною было обнаружено в ходе осмотра места происшествия тела 4 граждан с огнестрельными ранениями в различных частях тела. Конечно, в доме было обнаружено какое-то количество спиртного. Но о том, что говорит, что это продолжалось долго или там в большом количестве, нельзя. Как выяснилось, 26-летние Сергей и Зинаида были разведены. Но, по словам соседей, продолжали жить вместе, несмотря на частые ссоры. Она мужиков водила, чужих. Вот. И позвонила ему, он хотел квартиру, чтобы она отдала ему. Она не отдавала. Он золотой мужик был, каждому такого мужика. Вот меня пьет он, а он не пил, не курил. Она каждый день пила почти еще. Вот гули по гули. Может, дома ссорились, а на улице-то никогда ссоры-то не было. Не знаю. Серега нормально не пил, не курил. Но она-то, правда, выпивала. Я только могу сказать про Сережку. Хороший мужик. Вот и все. Одно слово. Хороший мужик. Он, что попросишь, он сделает. Он не пил. Он за дочерью. Вот дочку в садик уведет. Дочку в садик приведет. Из садика приведет. Она тут гуляет, он на лавочке сидит. Все смотрит за ней. Вот это я только могу сказать. А про Зину, ну что, о покойниках не говорят плохое. Ну, сварливая женщина была, вот и все. В тот роковой вечер Сергея дома не было. Зинаида привела гостей, подругу и двоих молодых людей. Я проснулась от музыки. У них была сначала музыка громко. Включили в 2 часа ночи. Я проснулась и поднялась, сходила, к ним постучала. Говорю, выключите музыку. И все. Но они, правда, маленько стихла музыка. А потом я проснулась от того, что дверь сильно стукали к ним. Ну, это вот Серега-то и пришел домой. Вот. По предварительной версии, обвиняемый потребовал от компании удалиться. Те ответили хозяину, что покинуть квартиру лучше ему. Учитывая то, что в руках одного из убитых был нож, возможно, завязалась драка. Сергей убил гостей жены выстрелами в голову. Ей выстрелил в живот. По решению суда ждать приговор он будет, находясь в следственном изоляторе. За убийство 4 человек ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. У обвиняемого и его погибшей супруги осталась 4-летняя дочь. Оксана Собакова, Андрей Глазырин, Андрей Бахарев, информационное агентство «Курган.ру». В выходные в Заурале произошла крупная авария, в которой 2 человека погибли, а 5, среди них 3 детей, получили различные травмы. 3 участника ДТП столкнулись на 9-м километре автодороги рабочий поселок Каргополье, станция Каргополье, Хайма, ВАЗ-2104 и ВАЗ-21099. В четверке ехала семья, 40-летний отец-водитель, его жена и 2 детей, которые сидели на заднем пассажирском сидении, 4-летняя девочка и мальчик 3 лет. В 99-й, кроме водителя, находились еще женщина с 3-летней дочерью. В результате аварии водитель и маленькая пассажирка из автомобиля ВАЗ-21099 получили травмы. Мать девочки скончалась в центральной районной больнице. В четверке водители и его дети получили ранения. Жена и мать детей, 31-летняя женщина, от полученных травм скончалась на месте. В машинах не было детских автокресел. Использование ремней безопасности не установлено в связи с сильной деформацией автомобилей. Обстоятельства ДТП выясняются. Возможно, следующий сюжет поможет избежать аварий с трагическим исходом. Бдительные курганцы продолжают делиться с нами видео с регистраторов на автомобилях.
Нива едва не сгорела в центре Кургана, видеоснял посетитель сайта «Курган.ру» Константин. Он прогуливался с товарищами, когда его внимание привлек дым. Около дома номер 44 по улице Пролетарская полыхала синяя Нива «Шевроле». Прохожие вызвали пожарных и откатили в стороны припаркованные рядом машины. Сотрудникам МЧС удалось оперативно справиться с возгоранием, сложнее было осуществить проливку внутренней части автомобиля и отсоединение топливного бака, ведь хозяина на месте происшествия не было. Однако пожарные не растерялись, взломали капот инструментами и исключили возможность взрыва нагретого топлива. По словам очевидца, владелец автомобиля за все время тушения так и не появился. Две полоски меняют жизнь, даже если они нарисованы на асфальте. Однако курганцы продолжают игнорировать правила дорожного движения, рискуя собственной жизнью и жизнью окружающих. Читателя с ником Владимир возмутило поведение водителя автомобиля на перекрестке улиц Свердлова и Войкова. Автомобиль выехал через сплошную линию третьим рядом с выездом на встречную полосу и на красный свет, пишет Владимир. Другой курганец Алексей, проезжая по вечернему городу, наблюдал, как Форд, выезжая с заправки, не пропустил транспортное средство, пересек два раза двойную сплошную и совершил обгон на мосту. Напомним, что за подобное поведение владельцы авто могут поплатиться правами. Героин в курятнике. В дом к 44-летней жительнице Кургана наркополицейские нагрянули сразу же после того, как она продала очередную дозу. Сначала женщина уверяла, наркотиками не торгует, употребляет их сама. Поэтому и имеются в доме использованные шприцы. Откуда у нее 30 тысяч рублей, безработная объяснила невнятно. Выдать добровольно незаконный товар гражданка решилась лишь спустя несколько часов, когда поняла, что отпираться бессмысленно, говорится в сообщении пресс-службы госнаркоконтроля. Оказалось, что пачку из-под сигарет, в которой хранились несколько свертков с героином, она прятала в курятнике. В настоящее время в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере», по которой ей грозит наказание от 8 до 20 лет лишения свободы. Всего за минувшую неделю на территории Курганской области зарегистрировано 26 наркопреступлений. Из незаконного оборота изъяты несколько сотен доз героина, синтетических наркотиков, марихуаны и гашиша. Уголовные дела возбуждены в отношении 7 мужчин и 4 женщин. «22 сентября – день отказа от автомобиля. В современном мире полностью отказаться от машины невозможно, но предостеречь от опасности пешеходов все же реально. Присоединились к этому празднику и в Кургане. Смотрите подробности». «Осторожно, пешеход!» Знаки пешеходного перехода подразумевают именно эту фразу, но очень часто водители их просто не замечают. Сообщество «Убитые дороги России» и сотрудники ГИБДД решили нанести вертикальную разметку на дорожные знаки переходов в поддержку безопасности пешехода. Зачастую знак «пешеходный переход» не видно, то есть где-то в кустах находится, и разметка очень часто стирается. Мы решили оформить столбы, на которых находится этот знак, вертикальной разметкой. Такого нет государственного стандарта. И поэтому мы сегодня попросили сотрудников ГИБДД оценить эффективность и порекомендовать такой ГОСТ. Подобная акция пройдет еще в 8 городах России. В Кургане выбрали 2 пешеходных перехода. 5-й микрорайон Заозерного и остановку АТС. Разметку решили нанести здесь не случайно. А выбрали их потому, что здесь достаточно оживленное место, 2 образовательных учреждения именно рядом с этим пешеходным переходом. Тем более появился новый торговый центр, очень много пешеходов переходит проезжую часть в данном месте. Но и мы думаем, благодаря еще этой разметке, этот пешеходный переход будет наиболее безопасным. Расклеивать разметку помогла большая зебра и добровольцы-водители. Юлия специально надела полосатую ветровку, чтобы ярче выразить свое неравнодушие к акции. Да, я добровольно поучаствовала в этом мероприятии, потому что я прежде всего за безопасность дорожного движения, чтобы между пешеходами и водителями не было войны, а было взаимопонимание и взаимоуважение. Пока отзывы были только положительные. Практически все водители заметили разметку и признали ее полезной. Разметки хорошие, видные, но нужно быть внимательным. Ну, в глаза бросаться будет, все, человек думать будет. Однако никакая разметка не будет действовать, пока водители и пешеход не станут взаимовежливы и внимательны на дорогах. Юлия Васильева, Мария Игнатова, Никита Мухин. Информационное агентство «Курган.ру». Бизнес обязан быть социально ответственным. Об этом заявил Олег Богомолов на заседании областного совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Члены правительства и предприниматели встретились в селе Чистоозерье. Все на благо народа. Общеобразовательная школа, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс, православный храм. Все это появилось в селе Чистоозерье совсем недавно и в основном благодаря деньгам частного инвестора.
Мы видим, как преображается сегодня село Чистозерье. Мы видим, что сегодня это единственное муниципальное образование, в которое демография идет с плюсом. То есть у них сегодня численность населения растет. Это тоже один из факторов, который подтверждает, что на самом деле людям здесь стало интереснее. Безусловно, и бюджет области вкладывается. Мы видим, что они вкладывают. Мы в прошлом году построили за бюджетные деньги новый детский сад. Сегодня очереди в Чистозерье, в детские сады нет. Только благодаря ответственным бизнесменам можно развивать муниципальное образование Курганской области, считают участники Совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Ведь для любого региона России главный источник доходов для реализации тех или иных социальных программ – это налоги. Нам государство сегодня позволяет работать на своей территории. Разве этого мало? Это очень много значит чего. Налоги платят везде, во всех странах мира. Отчасти всем они не нравятся, это естественно. Но как налог может... Но его необходимо платить, потому что здесь живет социальная вся структура. Братья Ильтяковы готовы и дальше развивать инфраструктуру родного села. Только благодаря сельчанам их предприятие достигло такого веса в регионе. А губернатор считает Чистоозерье лучшим примером для всех остальных районов Зауралья. Не зря мы сегодня привезли, и глав сюда всех привезли, ряд предпринимателей, чтобы на самом деле слово «социальная ответственность бизнеса» – это не какая-то, значит, лозунг или выдумка губернатора. Вот он, социально активный бизнес, компания «Верес» на конкретном населенном пункте села Чистозерье. Председатель Союза промышленников Сергей Муратов отметил, на каждую сотню частных предприятий приходится всего лишь 4% налогов, в то время как более-менее крупные промышленные предприятия формируют около 40% налоговых отчислений. Русский человек всегда был социально ориентирован. Отсюда и меценатство, и благотворительность. Кстати, чисто русское слово «благотворительность», что означает «благотворить». В конце 20 века появилось новое словосочетание, которое тесно связано с благотворительностью. Это социально ответственный бизнес. Социально ответственный бизнес – это бизнес, где работодатель занимается расширением производства, наращивая его объемы, сохранением числа рабочих мест, где четко исполняются обязательства по налогам и сборам. Члены Совета считают, необходимо на федеральном уровне разработать такой закон, который не позволит частным предпринимателям скрывать свои доходы и платить рабочим зарплату в конвертах. Юлия Кобылина, Юрий Пестерев, Андрей Глазырин, информационное агентство «Курган.ру». Размер компенсации сельхозтоваропроизводителям Курганской области снижен. Об этом рассказал директор Департамента сельского хозяйства региона Сергей Жданов. По словам главы ведомства, на экспертизу в Минсельхоз в конце августа были отправлены документы 557 сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств, пострадавших от засухи. Общие потери от недобора урожая сельхозкультур специалисты оценили в 3 миллиарда 100 миллионов рублей. Фактические затраты в 1 миллиард 400 миллионов. Экспертиза проведена, но ее результаты пока не утвердил Минсельхоз. Однако уже известно, что сумма компенсации составит не 1 400 000 000 рублей, как ожидалось, а в пределах 1 миллиарда. Мы на сегодня ждем результатов этой экспертизы, чтобы у нас был официальный документ, официальный реестр. Но помощь пока конкретизации никакой нет. Но озвучены подходы, что часть будет выделена регионам бюджетным кредитом, остальное будет направлено через поддержку на покупку семян хозяйствам пострадавшим, на покупку кормов. Ну и часть, может быть, будет направлена на поддержку субсидированной покупки минеральных удобрений. Развитие сельских территорий стало темой выездного мероприятия областной думы. Очередной день депутата прошел в Шадринском районе. Первым пунктом посещения стал поселок Чистопрудный. Его жителям может позавидовать любой сельчанин. Это единственный пример в Курганской области, да и во всем Уральском округе, где в 2009 году на федеральные деньги начали комплексную застройку. Так появились жилые дома, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад на 90 мест. Заменили водопровод, канализацию, сети газа и электроснабжение. Участие в пилотном проекте привело к тому, что в Чистопрудном начал развиваться малый бизнес. Молодежь продолжает учиться в местном политехническом колледже, работает Дом культуры, открылась своя кондитерская фабрика. Таких примеров бы да в каждый район, говорят депутаты. В нашей области, где половина населения проживает в сельской местности, комплексное развитие поселков должно стать одним из основных приоритетов развития всего региона. Новейшие агротехнические технологии подразумевают высвобождение рабочих рук. Соответственно, в село должен прийти бизнес, малый бизнес, семейный бизнес. Вот какой? Что нужно для этого? Чтобы он здесь адаптировался, чтобы он пришел сюда и замотивировал людей остаться в селе. Вот основная тема и основное понимание должно быть у всех.
кто занимается этими вопросами. Само по себе это не сделается. И, разумеется, без поддержки структур власти на региональном, на федеральном уровне тоже ничего не получится. Главной задачей в условиях вступления России в ВТО является конкурентоспособность отечественных сельхозпредприятий. А чтобы привлечь специалистов и бизнес на село и в первую очередь остановить отток молодежи, нужны соответствующие условия. Поэтому государственные программы должны быть нацелены именно на комплексное развитие. Зачастую бессистемное выделение средств профильных ведомств приводит к их распылению. Зауральские депутаты намерены выстроить алгоритм принятия необходимых мер. Помочь законодателям намерены и их тюменские коллеги. Для этого на День депутата приехал законодатель Тюменской областной думы, зампредседателя комитета по вопросам аграрного комплекса Владимир Ковин. Почему-то к нам, к селянам, отношение не совсем адекватное, какое должно быть. И вот сегодняшнее мероприятие, оно еще раз подчеркивает, что без того, что называется основа, первичность, жизни-то хорошей я на самом деле не вижу, потому что на самом деле, чтобы было то, что называется хлеб насущный, необходимо создать условия, элементарные условия, бытовые условия для тех, кто живет сегодня, будет жить завтра в селе. С 2014 года будет принята новая государственная программа по развитию сельских территорий. И специалисты надеются, что в ней поддержка тех, кто работает на земле и развивает свои населенные пункты, будет именно сконцентрирована, а не размазана. В Курганской области готовы продолжать опыт Чистопрудного. На мой взгляд, сегодня государство должно взять на себя полностью финансирование этих проектов и заказ документации, и дальнейшее все это продвижение. Только инициатива от нас должна была быть, а инициатива этой предостаточно. То есть люди хотят в этом плане работать и жить как бы на уровне как бы Чистопрудном. Оксана Солокова, Андрей Глазырин, Александр Немков, информационное агентство «Курган.ру». Для кого-то рыбалка – это приятное времяпровождение, а для кого-то – целая жизнь. В эти выходные на озере Орлово состоялись соревнования по ловле хищной рыбы спиннингом с лодки. Каким уловом смогли похвастаться рыбаки, узнала Мария Игнатова. Утро выходного дня. Кто-то в это время любит еще поспать, а некоторые, вооружившись удочкой и вот такой резиновой лодкой, отправляются на рыбалку. Рыба на озере Орлово самая разная, от окуня до судака. Кстати, конкурс «Хищнолов 2012» развеивает миф о том, что рыбалка – это совсем не женское дело. Ловить рыбка большая и маленькая, приговаривают 48 участников из 4 регионов. Рыбацкий стаж у всех разный. Самому молодому любителю Денису Кожевникову 15 лет. Он, кстати, одним из первых поймал небольшого окуня. Ищем окуня, как ощущение. Стараюсь держать просто спокойно, чтобы результат больше принести. Чем меньше эмоций, тем стабильнее результат. Прекрасный пол не отстает от мужчины и состязается на равных. Даже судейская коллегия в основном женская. Да Юлия Вохмина рыбачит вместе с супругом. Семейный спорт радует и мужа, и жену, только вот детей пока не удается приучить, признаются рыбаки. Для Юлии это первые серьезные соревнования. Пока никак. Когда будет рыба, тогда будет и адреналин. Тогда будет более уже азарта больше. Рыбаки – самые душевные люди, утверждает житель Челябинска Александр Резников. И шутит. Лучше бы рук было 6, как у Будды, чтобы рыбы больше поймать. Рыбалка – это самое прекрасное после любви. Понимаете? Это же природа, это красота. То есть надо детей приобщать к этому. Рыбалка – это умение, желание и терпение в большей степени. Ну и иногда и фортуна, конечно, не помешает. Случаи на соревнованиях бывают самые разные. В прошлый раз двое участников поймали одинаковое количество рыбы. И жюри пришлось пересчитывать ее поштучно. Только так смогли выявить победителя. За счет принимается рыба окунь, щука, язь, налим, судак. Ну, в Орлово нету у нас и язя, и налима, поэтому вот три вида рыб. Окунь, щука, судак. Скорее всего, кто-то поймает обязательно, потому что профессионалы приехали. Здесь и есть разрядники у нас, и мастера спорта по рыболовному спорту. Самым лучшим рыбаком межрегионального конкурса признали Руслана Файзулина из Тюмени. Он поймал 9 килограммов 600 граммов рыбы. Второе место взял уроженец Кургана Дмитрий Ваньков. На третьем оказался Антон Назаров из Екатеринбурга. Приз за самый крупный улов окуня весом 360 граммов получил челябинец Павел Супрунюк. Мария Игнатова, Никита Мухин, Александр Немков, информационное агентство «Курган.ру». Чем отличается булат от дамасской стали? Об этом вы сможете узнать на выставке продажи охотничьих ножей от лучших российских производителей. Где можно познакомиться с коллекцией, расскажем прямо сейчас.
Необычная выставка открылась в Кургане. Сразу три производителя кованых ножей представили свои изделия на суд зрителя. Охотники и рыболовы, истинные ценители ножей, смогут познакомиться с полным ассортиментом Златоустовского завода оружейной стали, мастерских «Медведь» и «Русский нож» из города Ворсма Нижегородской области. Все представленные на выставке ножи исключительно высокого качества, рассказывает региональный представитель Златоустовского завода оружейных сталей Андрей Менщиков. У «Дамаска» и «Булата» стали между собой смешаны, высоколегированные и простые. И поэтому при ударах вязкость низколегированной стали гасит силу удара, не давая разрушаться ножу. Охотничьи ножи можно использовать не только на охоте и рыбалке. Отличная заточка лезвий позволяет с легкостью резать практически все. А главное, нож долго остается острым. Златоустовские ножи сделаны из стали ЭИ-107, применяемая для изготовления автомобильных клапанов. Эта сталь удерживает агрессивные среды, не ржавеет, хорошо держит также заточку, как и булатные ножи и Х-12МФ. И хороша еще тем, что она устойчива на изломы. Эти ножи хороши для разделки, туш, рубки костей, резки сухожилий. Лучший вариант для домашнего обихода. Главное, что не стоит забывать всем владельцам охотничьих ножей, клинки необходимо хранить строго в ножнах. Они предохранят лезвие от вредного воздействия влаги. А также нож необходимо хотя бы раз в сезон обрабатывать оружейным маслом. При соблюдении этих несложных условий нож прослужит своему хозяину вечно. Познакомиться с коллекцией и приобрести отличный клинок для себя, родных и друзей можно в магазине «Конорт» по адресу улица Куйбышева, 56. Таковы главные новости. Я желаю вам всего доброго. До свидания. Вензелинский завод керамзитового гравия построит вам дом из изделий собственного производства. Керамзитобетонные блоки и перемычки, ФБС, стеновые перегородки, элементы отделки декора и благоустройства, сделанные из целебной голубой глины. Альтернативы керамзитоблоку нет. Заводская гарантия на тысячелетие. Вечная, как древние амфоры из глины. Телефон 63 47 78. Привет, Дениска! Капуста, сосиска, здесь ириска, а мне подписка! Подписка на Теле7 всего за 99 рублей в месяц укрепляет семью. Новый сезон крупнейшего информационного агентства «Кургана». Актуальные новости, аналитические программы, шокирующие проекты, прямые трансляции. О самом главном и интересном в регионе. Достоверно, мобильно, ярко. Информационное агентство «Курган.ру». Весь комплекс юридических услуг в сфере недвижимости. Продажа, обмен, подбор жилья, сопровождение сделок на государственную регистрацию. Работаем со всеми видами жилищных сертификатов. БК «Недвижимость». Правила безупречной сделки. Торговка за Уральский курьер. Торгуйте свои объявления в новой рубрике. Автопродажи. Автоновости. И автосоветы. Зауральский курьер. Живи полной жизнью. Мебельный центр «Миргород». Огромный выбор корпусной, мягкой и офисной мебели и аксессуаров для уютного интерьера. Ждем вас по адресу улица Карла Маркса, 106Б. Экономичное отопление для дома «Зебра». Без газа и дров. Не привязаны к печкам. Безопасно. Ждем по адресу улица Советская, 128, офис 107. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Екатерина Соснина. В доме тепло и комфортно, экономичное отопление для дома «Зебра», без газа и дров. Ждем вас по адресу улица Советская, 128, офис 107.
Мебельный центр «Миргород» – огромный выбор корпусной, мягкой, офисной мебели и аксессуаров для уютного интерьера. Мебельный центр «Миргород» ждем вас по адресу улица Карла Маркса, 106-Б. А теперь о погоде. В среду небо над Уралом затянут поля плотной фронтальной облачности, так что в регионе опять не обойдется без дождей. В такой ситуации приток солнечного тепла к земной поверхности будет небольшим, и столбики термометров еще опустятся на несколько градусов ниже. В Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске временами дожди. Температура днем плюс 12, плюс 15. В Кургане облачно с прояснениями, пройдут дожди. Ветер западный, юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 9, плюс 11. Днем в Кургане облачно с прояснениями, ливневые дожди. Ветер западной четверти 4,9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16. Атмосферное давление будет падать. 26 сентября солнечная активность и геомагнитное поле спокойные. На этом я прощаюсь. С вами всего доброго. Ищешь работу? Прими верное решение. Следи за объявлениями в бегущей строке. Найди свою активную точку. Времени. Смотрите в кинотеатре «Россия». Везде. От Калининграда до Читы. От Мурманска до Сочи. Триколор ТВ. Все основные российские каналы без абонентской платы. Триколор ТВ. Телевидение всей России. Впервые в нашем городе цирк «Человек-невидимка». Загадочная левитация, волшебное исчезновение, кенгуру-боксер, обезьяны и попугай, поющий шанхайский медведь. Это нельзя пропустить. Миллионы людей во всем мире становятся свидетелями невероятных событий. Тысячи информационных агентств сражаются за право сообщить первым. Стань лучшим корреспондентом. Если у тебя есть интересное видео, пришли его на сайт kurgan.ru в раздел «Мобильные новости» и получи приз. Мобильные новости. Будь первым. Будь мобильным. Самый громкий проект информационного агентства «Курган.ру» снова на экранах телевизоров и в интернете. Выбери себе ту погоду, которая тебе нравится. Регистрируйся в проекте на сайте kurgan.ru. Стань телезвездой. Лучшие предложения ведущих агентств недвижимости. Удобная система поиска, мультилистинг. Новый формат в рубрике «Курган в метрах» в газете «Зауральский курьер». «Зауральский курьер». Живи полной жизнью. Господа, сегодня мы узнаем тайну черного квадрата. Уважаемые эксперты, прошу. Не может быть! Всего 160 рублей за шедевр! «Зауральский курьер». Выгода в квадрате. Вы можете начать с чего-то полегче. Разогнаться. Продолжить чем-то более жестким. И только страшный финал известен всем. Сделай выбор в пользу жизни. Драйв, повороты, быстрые взлеты, море соблазнов, поводов разных, споры, вопросы, давят сомнения, жить настоящим, выбор next поколения. До сих пор ищешь ответ? Под кайфом жизни нет.